В сегодняшний день о спортивном многоборье среди сельских классов команд открывает бег на 1000 метров. Это самая длинная дистанция на президентских тестах. Здесь важна скорость, но главное – выносливость. На километровую дистанцию отправляется вся команда, но результат засчитывается и в личном, и в командном первенстве. Ну, результат, по крайней мере, был лучше, чем на тренировках. Нам тренер сказал выйти из 4 минут, мы вышли. Однако результат все-таки не такой, какой хотели ожидать, но все-таки немного довольны. Я занимаюсь лыжами уже много лет. Возможно, это мне и помогло. Выработало мою выносливость, силу. Было сложно, так как ветер и прямо в лицо. И было тяжело. Но нам повезло, что было прохладно и не жарко так. Все ребята очень волнуются, очень хотят победить и принести дополнительные баллы своей команде. На старт выходит класс команды из поселка Первомайский Тамбовской области. С результатом 3 минуты 22 и 4 секунды первым финишировал Никита Козлов. Среди девушек Александра Мельниченко 3 минуты 46 и 8 секунды. Ой, сейчас непередаваемые на самом деле ощущения, потому что когда я бежал, чувствовал себя легко, а ближе к финишу уже как будто, знаете, большую такую гирю на спину положили, и все конечности с рук до ног, как говорят, до пяток вообще отказывают. Стоять невозможно, и дыхание просто, что там как будто что-то такое. В баскетбол как будто играют в легких. Вот. На стадионе царит атмосфера соперничества, не только командного, но и личного. Каждый спортсмен хочет быть первым, однако не у всех получается показать хорошие спортивные результаты. Одни мешает ветер, другие не могут справиться с волнением. Дарья Егорова из поселка Светлодольский Самарской области сегодня улучшила свой результат на 3 секунды и поставила свой личный рекорд – 4 минуты 4,1 секунды. Я увлекаюсь легкой атлетикой, позанимаюсь 1,5 года. Сегодня я доволен своим результатом, так как на область я показала 4,10. А на России я уже показала 4,07 тысячи метров. Здесь главное правильно рассчитать силы, чтобы финишировать с первым. Многим помогает хорошая спортивная подготовка и поддержка болельщиков. Сергей Курасевич из села Скородной Белгородской области занимается легкой атлетикой и спортивным ориентированием уже 1,5 года. Именно благодаря этому сегодня улучшил свой показатель на 3 секунды. Финишировал с результатом 3 минуты 17,8 секунды. Поддерживали друг друга, хотелось выиграть. На данный момент находимся на 20-м месте, но постараемся выйти в приза. Результат на километровой дистанции суммируется для каждой команды. Он и будет определять место в итоговой таблице. Поэтому очень важно добежать как можно быстрее. Класс команды из села Атыма Республики Мордовия занимает 2-е место в таблице предварительных результатов. И сегодня ребята показали отличный результат. Первым среди юношей стал Александр Ручкин 2 минуты 59,9 секунды. Среди девушек Алина Маслова 3 минуты 35 секунд. Саша и Алина у нас большие молодцы. Они прибежали оба первые. Мы так и ждали от них такого результата. Потому что они большие молодцы, они готовятся очень давно. Мы тоже гордимся своими результатами, так как я прибежала на 3:51. Я очень довольна собой сегодня, да и вообще в принципе. В личном первенстве победителями стали школьники из Владимирской области. Сергей Сергеев с результатом 2 минуты 55 секунд и Юлия Яшункина 3 минуты 17 секунд.